Сразу два спектакля смогут увидеть жители и гости Славянки 13 ноября. На гастроли в районный дом культуры приезжает драматический театр Восточного военного округа. 13 ноября в 11 часов для маленьких зрителей и их родителей состоится лесной музыкальный экшен «Красная шапочка и серый волк». Это история о маленькой девочке, которая отправляется одна к любимой бабушке поздравить ее с днем рождения. Чтобы сократить дорогу, она идет через лес. В лесу ей повстречался серый волк. Знакомая всем с детства сказка, но в новом прочтении композитора Евгения Крылатова, обретает новый сюжет и не оставит никого равнодушным. Цена билета 200-250 рублей. Справки и бронирование билетов по телефонам 46495 или 8-914-668-3701.